Всем привет! Вы на канале Толя о футболе. Пристегивай ремни, садись удобней. Мы отправляемся в футбольное путешествие. Сегодня у нас дебютный выпуск из футбольной академии. Погнали! Сзади меня абсолютно новая, загадочная футбольная академия «Крым». Буквально несколько дней назад в нее отобрали более 120 футболистов 2004 по 2009 год рождения. 4 стандартных поля с натуральным и искусственным покрытием. 3 мини-площадки с искусственным покрытием размером 45 на 25 метров. Легкоатлетическое ядро. 7-этажный административно-гостиничный комплекс состоит из конференц-залы на 50 и на 250 посадочных мест. Номера для проживания на 200 мест, блок питания на 300 мест. Тренажерный зал, залы фитнеса, банный комплекс, медико-реабилитационный корпус для восстановления. Всем привет, вы на канале Толя о футболе. У нас сегодня тема одна, новая, абсолютно загадочная академия «Крым». Сегодня у меня два главных человека, Юрий Александрович Витоха и Михаил Михайлович, директор академии. Юрий Александрович, у меня к вам главный вопрос, вы здесь самый главный человек. Хотелось бы задать такой вопрос. Самая главная цель академии, вот, которая находится в Евпатории? Хочу все-таки сказать, не самый главный, потому что одному это просто не под силу. Это команда, которая, вот Михаил Михайлович сидит, да, я когда-то действительно, я был или катализатором, или тем ускорителем, да, то есть футбольной общественности, которой мы собрались, это уже лет 15, и еще при бытности Украины, да, то есть мы никогда не делили футбольной общественности Украина, Россия. Мы все играли в футбол, много был коллег, я начинал с Советского Союза, и вот оттуда зарождалось все вот это футбольное братство, если можно сказать. И после того, как Крым стал украинским, это действительно так, то есть мы поняли, чтобы наша территория Крым могла бы составить Турции и Испании конкуренцию для сборов. И такая вот идея появилась, а почему бы не создать что-то типа большой мекки сборов, где приезжают, отбирают, тренируются и становятся футболистами. Вот тогда зародилась первая идея, это было действительно лет 20 назад. Мы потихонечку выстраивали процесс, не быстрый и не и затратный, скажем так, да, но посмотрели, как в Турции, в Испании, потянем, не потянем. И вот тогда началась вот эта вот большая стройка и большой проект. Да, конечно, никто не верил и не думал о академии, честно. Да, то есть мы думали, чтобы сделать Крым футбольный. Все для этого есть. Поля футбольные, климатические условия. Ну все буквально. Отели, море. Ну есть просто все. И единственное, нужно было создать вот такую инфраструктуру, которая бы... Мы понимаем, что ни Испанию, ни Турцию нам будет сложно составить им конкуренцию, но у кого-то денег нету, детки не едут, потому что здесь все родное, здесь поближе, если что-то случится со здоровьем, здесь быстрее окажут помощь. То есть, и вот тогда родилась идея. Сейчас, когда Крым стал российский, вот теперь действительно это воплотилась вся мечта до конца. Александр, на самом деле вас много читал, знаю, что вы очень много делаете для детского футбола, для лиги, да, крымской, для профессиональной. И есть коллеги, которые вас сравнивают с Галицким, да, то есть мы его прекрасно все знаем. И мне бы хотелось такой вопрос задать. Вот акцент академии сейчас, он для ребят, которые живут, да, на территории Крыма. На территории и Крыма. Севастополя. Мы Севастополь. Все равно и будем. Да. Либо все-таки как бы основной момент, что ребята приезжают, да, которые с материка, и их они в приоритете, то есть, ну, вот берут как? Ну, во-первых, не скрываю, то есть Виталий Леонтьевич, мы начали общаться, когда Крым стал российский, начали первое общение, тогда он возглавлял Российский футбольный союз, был и министром спорта, и он меня тогда послал Галицкому, говорит, Юр, езжай, посмотри, при мне перезвонил, меня действительно приняли, мы опять же были с ребятами, и всегда я почему говорю, что одному это невозможно сделать, потому как кто-то отвечает за поля, да, это агроном, следующий отвечает за освещение, ну невозможно быть, ну, наверное, 10 в одном, да, ну, то да, есть, потому что здесь огромная инфраструктура, начиная от скважины и заканчивая поливом, сейчас это медиа, вот вы без этого уже тоже, ну, да, зона ответственности. Совершенно, да? Верно, да. И вот мы тогда посмотрели,
как это делается передовая, я могу сказать, до этого мы смотрели и Челси Академию, конечно, картинки. Дальше, покупая поля, мы видели селекционеров, которые в Китае покупали поля 12-го поколения, Испаньол и Саутгемптон. То есть, как бы, вот там мы покупали искусственные поля. Вот тогда был задан, ну, наверное, в первую очередь, вектор, да? Если делаем, то на сегодня самое лучшее. Пока построим, пока это, оно где-то будет средненькое. Вот это и было, да, то есть приезжая в Китай, мы покупали сертифицированное футбольное поле, которое сейчас 6-й год, и оно довольно очень хорошем состоянии. Но мы тогда не сэкономили, еще раз говорю, Саутгемптон и Испаньол, которые покупали для, их, для своих академий, это был, если мне не изменяет память, по-моему, 13-й год, может, 12-й, ну, боюсь соврать, то есть вот, как бы пока мы там контракт заключили, пока она доехала. Вот. И понятно, и учились, и, наверное, сравнение действительно оно есть, потому что, ну, наверное, нужно стремиться к лучшему. И это правильно. Вот. Ну, а дальнейшее уже ребята, да, подхватят, потому что сейчас мы должны, мы общались не только с Галей, мы общались с Лариным, там мы учились, опыт хотели перенять, чтобы не наступать на те грабли, которые ребята, наши коллеги наступили, потому что сегодня это лучшее, давайте честно скажем, если у Галицкого лучшая академия по инфраструктуре, то у Ларина это лучшая академия по работе, да, функционированию. Количество ребят, играющих в сборной. Ну, статистика весь упрямая, от нее никуда не уйдешь. И вот там мы спрашивали, да, то есть и поняли одно, что тренера должны быть лучшие. Детки это само собой, но они должны отбирать. И вот дальше, если воспитатели, то лучше это будут мамы, которые изъявят желание, потому что лучшей мамы нету, да, то есть потому что, ну, мы все, у нас у всех есть дети, и мы всегда боимся дедовщины и все, что связано с этим, может быть, ну, как-то по-другому можно его назвать, но отдавая своих деток, да, то есть это частичка нас, понятно, они когда-то вырастут, станут большими, и мы их все равно потеряем. Но вот сейчас мы за них в ответе, и нам хотелось отправлять их в академию, чтобы они тоже были под присмотром, чтобы их никто не обижал. То есть вот там это сделано и дальше. Локомотив. Ребята приезжали там. Мы просто с гордостью смотрели, когда ребята с флагом едут на игру, на наш турнир, они поют гимн свой. Ну, действительно, аж мурашки по коже. То есть вот этому мы всего учились. Понятно, у нас не было такой экипировки в 2014 году. Ну, наверное, не только. И Виталий Леонидович мы сказали, слушайте, ну что ж вы такие, как гавроши. Да, то есть вот, ну, сегодня мы имеем все. Да, то есть нас не обижают. Нас всегда помогает президент, глава республики. Ну, действительно, содействие со всех сторон. И вид спорта, который мы с Михаилом и с нашей футбольной общественностью пытаемся показать, что вот можно, мы можем быть здесь, ну, в фаворе, наверное. Дальше больше скажу, нас слышит РФС. УЕФА уже по-другому, потому что, ну, скажу, да, я понимал, что был какой-то скептицизм у УЕФА, когда они звонят в пятницу и говорят, в 15-м году, мы завтра к вам прилетаем на субботу, в надежде не увидеть ничего, а когда приехали в офис, да, Крымского футбольного союза, увидели все, совершенно верно, ну и просто говорит, вау. Дальше, ночью они ходили по городу, и было так, и спрашивали людей, а здравят они, а футбол ли есть? Вот такое впечатление, что, ну, вот та пропаганда Украины, что здесь все на бумаге, все как-то виртуально, как они про мост говорит, да, это декорация, никакого моста нету, ну, как бы это очевидно. И после там каких-то встреч, да, то есть они говорят, действительно у вас все нормально, а вот там как раз-то не совсем все нормально. То есть вот мы вместе, и, наверное, это правильно, Саня, вместе с ребятами пытаемся быть похожими на Галицкого, Ларина, Локомотива, постарались... Подтянуться к тому уровню. Да, взять самое лучшее. Просто топ-информация какая-то. Сижу, мне действительно повезло, что вы тут оказались, да, с нами. У меня вот такой вопрос. Вот академия, да, как бы есть все равно какая-то такая айсберг, да, можно сказать. Ребята, допустим, проходят несколько там лет, 5-6 лет, и ребята уже на выходе, да. То есть здесь обучают их топовые тренеры. И дальше, да, вот этот переход, допустим, во взрослый футбол куда? То есть, может быть, их там вы будете продавать, может быть, эти ребята будут заключать договора с какими-то уже изначальниками. Как этот процесс будет вообще проходить? Думали ли вообще об этом как дальше? Ну, не знаю, Михаил скажет или я. Конечно, думали все, понимаете. Ну, Игорь Александрович, это, в принципе, история Крымского футбольного союза сейчас пока на первых этапах, поэтому хотим как бы...
первое, да, сначала... Первые шаги. Мы понимаем, что в первую очередь мы должны создать правильную для всех систему, чтобы родители знали, mm-hmm. тренера знали, да, и есть мировая система солидарной выплаты с 12 лет. Вот сегодня мы пока, на сегодняшний день, к сожалению, в ней нет места mm-hmm. для крымских деток. Mm-hmm. Вот эта академия была как раз первым толчком, чтобы отобрать самых талантливых, одаренных детей, самых одаренных да. деток в области футбола. И потом показать, что вот они есть, и выстраивать. Потому что у нас, мы тихонечко ждали, мы показали три варианта, где наши дети уже чистые, без украинского, ну то есть футбольного без украинской истории, да. были забраны топ-клубами, не буду называть, я понял, никого не обижаю. Хорошо. И наши тренеры, и наши футбольные школы не получили ни копейки, и даже спасибо. И я уже не говорю о каких-то вот там это, то есть приехали, посмотрели, ну мы все это понимаем, как процедуру, да, там маме с папой нарисовали красивые да, да. Горы пейзажи, обрисовали, горы, да. забыв, что до этого 3 года тренера их возили в Москву, показывали mm-hmm, на турниры, да. мы общались с селекционерами, а потом тебе раз и все. То есть мы показали то, что есть, и УЕФА в первую очередь признала, что у нас формируется, как они сказали, не черный, темный рынок футбола. Потому что они увидели инфраструктуру, они увидели количество команд. И начали бить чуть-чуть на бат. Мы достучались для РФС. Это тоже и нашим руководителям футбола российского, мы все-таки все равно где-то рядышком, тоже не понравилось. И вот сейчас мы выстраиваем систему, не хочу забегать вперед. Я думаю, что буквально к Новому году мы ее озвучим. Но теперь... Я четко понимаю, что уже в академии такого не будет. Вот они наши дети. Мы проработаем сейчас, ну вот у нас буквально день-два, и мы сформируем списки. Следующего, то есть юристы проработают договора с родителями, mm-hmm. и это будет понятно и для всех вот тех... Как дальше мы будем выстраивать отношения? То есть как бы они будут понимать, что, ребят, слушайте, мы не против, но будьте тоже все-таки на нашей компетентной, на нашей стороне. Мы нашли этого мальчика, да? То есть я вот там один пример приведу, да? Когда мы находим мальчика, да, наши селекционеры, давайте говорить, села, где он 1,5 километра ходит в школу. Есть и такие в Горных Крыму, где небольшие села. В обычную школу. В обычную школу. Его заметили на первенство района. Угу. И сегодня он лучше по одному из... Из возрастов. Возрастов. Понимаете? И мы на него возлагаем надежду. И, то есть вот мы его нашли, мы его воспитали. Тут придет некий чиновник футбольный из какой-то академии, да. предложит какой-то рубль. Да? То есть вот мы сегодня ему уже даем стипендию, потому что ну тяжело. Да? То есть мы его зачислили, никак не можем, в футбольную команду маленьким. Да? То есть... Ну, убедили родителей, чтобы он уехал из дома, дождаться mm-hmm. академии. То есть, ну, считаю, что мы проделали какой-то определенный путь. Будет ли он футболистом, мы все понимаем. Да, мы не знаем. Мы не знаем, но мы хотим быть в законном поле. Да, то есть, если он стал футболистом, мы радуемся вместе с родителями, с односельчанами, академии, футбольный клуб, где он играл. То есть, мы дали ему путевку в жизнь. А там, ну, мы все от него зависим, вернее, все зависим от каких-то обстоятельств и будем рады, если он станет так футболистом и будет прославлять, в первую очередь, наш Крым. Потому что вот тот мальчик, мы не виним мальчика, который вот перешел в топ-клуб и сейчас уже привлекался в сборную России. Мы сделаем баннеры, мы все равно повесим его что в городе. Можно, да. Ну, повесим, извиняюсь, может, нехорошее, я имею в виду, опубликуем его. На доску. И, чтобы на доску его почти. Ребята с соседнего двора видели, как этот простой мальчишка добился такого успеха, и сегодня он с гербом нашей страны защищает на международных уровнях. Вот это и патриотизм, это и путевка в жизнь, это и пример для подражания для тех ребят соседнего двора, которые еще не определились. Да, то есть, знаете, будучи там на дворах, встречен там, ой, спасибо, Александрович, там вот чинарик, я даже не знаю, что такое чинарик, это сигаретки, которые они не собирают, а идут на футбольное поле, и там приходят домой и падают. Вот, понимаете, это, ну, с какой-то... Искреннее спасибо от простых людей соседнего района, которые точно знают, что они в подъезде ничего не подожгут, не обнюхаются и тому подобное. То есть вот это тоже воспитание, то, что мы говорим, нашего... Да, здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, в первую очередь. Александр Ильич, у меня вот вообще канал этот создан для того, чтобы
помочь разобраться, на самом деле. У нас такая достаточно большая объемная страна, много ребят в деревнях, да, вот вы сказали, в поселках там. И у меня вот вопрос, почему, да, то есть вот мы при переходе, как ваше мнение, как человек в футболе, который не первый день, почему вот в этом переходе, да, вот я видел, как ребята Ювентус играют в Спартак, Ю-16, Ю-17, видел, что мы на одном формате, ребята их обыгрывают, да. А потом попадают, да? Потом вот этот раз толчок, они уходят во взрослую команду, да, там и те уходят, и наши ребята, ну, то есть мы их просто потом не видим. То есть почему вы считаете, что наша страна пока не на первых там ролях, хотя у нас такой объем детей? Давайте скажу свое мнение, да? То есть... Сам был юным футболистом, да, и помню себя, когда ты показал, что ты можешь, но не сейчас, а выстрелить дальше. Но все тренера хотят, и в первую очередь даже ну, тренеров мотивирует президент, да, то есть он им ставит задачу. Им нужен результат сегодня. Никто не задумывается, сыграет этот мальчик через 2 года и как сыграть. Тут нужно выстроить правильную систему селекции. Вот я сейчас расскажу, да. Мы сегодня говорим, наш чемпионат, 8 футбольных профессиональных клубов, да, то есть мы все понимаем, что, ну, одни борются за первые места, вторые... Это за выживание. Остаться в лиге. Ну, не будет всех первыми, не будет всех последними. Вот иногда разговариваешь с тренерами и говоришь, ребят, а чего не берете наших крымских? Зачем мы везем 28-летнего с материковой части? Мы не участвуем в Европе. У нас нету супер премиальных. Ну, задач каких-то супер. Вообще никаких нету. Да? То есть, во-первых, это наш. Меньше зарплату надо платить. Ну, да. Для президента не нужно его... Развитие крымских детей. И все. А на что говорит? Ну, вы же результат требуете. Я говорю, подождите, какой результат кто требует? То есть давайте, пусть он когда-то ему нужно на мяч наступиться. Вот мы все видели пример Ростова, да, вот сейчас. У меня мама плакала, да, ну, считаю, что тоже, наверное, 10-1 многовато для ребят. Но дали в жизнь вратарю, о котором говорит, ну, наверное, не то, что страна, а уже часть Европы. Согласен. Если бы этого не случилось, никто бы его не увидел. Дали путевку в большой футбол. Вот, понимаете, и тут мы вспоминаем Мауриньо, да, который... увидит молодых дарований, того же Зинченко, да, которого он оставил. То есть он нам нигде не подошел. Ну, то есть он был и в «Спартаке», по-моему, если или в ЦСКА, мне изменяет память, в одном из московских... Да, проехал много клубов. Да, посмотрим, да. Но ничего нигде не попал. То есть здесь человек поверил в него. Да, он заиграл через 3 года. Но сейчас он... там. Я опять же не беру Украину, это я как пример, который мы видели. Ну, просто да. У нас есть ребята, которые с ним тренировались. Вместе были. Да, вместе были, и они его тоже хорошо знают. То бишь, тренер топ-уровня, один из самых там в первой десятке оплачиваемых людей, поверил в мальчишку, неважно с какой страны, но он был мальчишка, разглядел в нем потенциал. А мы, получается, боимся. Здесь очень много зависит от тренера. Если он настоит, если он... возьмет, понятно, будут ошибки. Вот здесь нужен тренер и еще как-то посмотреть вот этих одаренных, потому что, ну вот мы говорим, все в сборной 16 лет, а футболистами, оказывается, стало только 2-3. Почему? Давайте задумываемся. Но так нельзя, это сборная России. То есть у нас, ну, где наши Кокорины, где наши Алдонины, Смертины, ну, страна огромная, вы тут правы, да, то есть почему их нету, ну, то есть вот мы опять видим, нету ни одного молодого, чтобы был похожий на Аршавина, да. Ну, давайте говорить своими именами, ну, вот Зюба, да, то есть да, ну, засверкал уже чуть-чуть, скажем, к концу да. своей карьеры, то есть мы тоже рады, но, ну, год-два еще, ну, дай бог еще 3, вот, но... Мы четко все понимаем, а где молодые перспективные? Вот почему-то вот это упущено. Вот мы попытаемся, да, то есть вот как-то нужно их оставлять, доверять им, и чтобы они... Давать им шанс. Да, давать шанс. Понятно, что мальчик в 18 лет не отыграет так на морально-волевых, как в 28-30. Но там уже закат карьеры. А здесь нужно дать. И мое мнение, да, то есть вот, чтобы в команде оставлять 5 тех, а этих там 2, понятно, что если есть результат, есть этот, но есть другие матчи, которые там, ну, чуть-чуть менее с накалом, но где тоже набираться. Но я вспоминаю себя, знаете, когда приглашали в первую команду, я был в Таврии, ты рядышком помыться и постоять в душе. Сегодня это мои коллеги, да, то есть это Смигунов. Это братья Причиненко, это Михалыч, который мы его до сих пор так называем, да, то есть севастопольская легенда, да, Буйганов.
Ну, понимаете, то есть как бы и есть еще люди. И для нас это было что-то нечто. Для них это была повседневная жизнь. И вот так же сейчас надо привлекать, надо давать шанс. Тут просто чуть-чуть может переформатировать, потому как, знаете, как там есть притча, да, ты всех денег не заработаешь. Mm-hmm. И вот тут же так, если, то есть давать какую-то шанс молодым. И, ну, вот я еще раз говорю, много задаю вопросов, там, приезжая на это. То есть, ребят, там, 3-0, что не выпустить? У вас в каждой команде, да, есть три человека. А вдруг там что-то, да, совершенно верно. Не-не-не, а вдруг забьют это, слушайте, ну, будет. Но мы ничего не выиграем здесь, у нас нету путевки. Ну, то есть... Я и помню, когда в той команде, да, и это тоже своевременно, да, может кого-то сломать, когда ты где-то ошибся и не забил, когда тебе в душе тоже говорит, слушай, малой, да, понятно, он еще не совсем понимает, как зовут этот, видим есть, но у нас семья, у нас дети, выходишь, значит, ты уже команда. Это ну, да. тоже важно. Да, где-то он там подпривез, да, перебью. Ну, ему там чуть поднапихали. Конечно, ну как бывает. Нормально. Такого, вот, мы все через это проходили. Слушайте, и ошибаются и опытные игроки. Да, то есть и туннель под ногой бывает. Мы все понимаем. Да, то есть и головой. Вроде мяч летит, вот положи, а он ну, в другую. Что, о чем думал, как получилось? Говорят, шишка, что ли, у тебя на голове? Как ты не попал? Ну, елки-палки. То есть так что я думаю, здесь вот это, и мы действительно, надо на это обратить внимание, но нету действительно у нас вот последних 5 лет вот этих, я не думаю, что, еще раз говорю, вот мы сейчас отбирали деток, да, то есть могу сказать, были 2-3 тренера из первых команд наших, и уже в старшем возрасте 4 игрока, говорят, мы готовы их уже взять. То есть 2004 год, готовы, понятно, как дальше будет, мы не совсем понимаем, но значит есть. Надо, еще раз говорю, доверять, давать ребятам шанс, не бояться, потому как, ну, по-другому никого не будет. Если не подпускать, ну, ничего не будет. Юрий Александрович, ну, хочется подытожить диалог. На самом деле, ну, информация, как я говорю, она просто бомбическая. Ну, вот мы не планировали Спасибо. Интервью, но тут так получилось. Я вам от себя лично хочу пожелать, действительно, понятно, что чтобы крымские ребята себя показывали, и ваша академия только процветала. Я лично вот приехал, я здесь был давно, 5 лет назад, когда, ну, по сути, еще как бы здесь... Ну, площадка. Здания не было, площадка, два поля было. Как бы и в Фатории играла, то есть у меня был привод, я там за Ялту играл буквально немножко, и мне довелось тут как бы побыть. И сейчас я сюда приехал, зашел с Михаилом Михайловичем, познакомился, мы пообщались. Инфраструктуру посмотрели. Инфраструктуру, и мне вот именно чисто внутренне я просто хочу... чтобы действительно здесь просто все получилось. И такие, как вы, люди, ну, не побоюсь сказать, действительно, вы здесь настоящий босс, да, в плане именно футбола и развития. Разные боссы есть. Я многих боссов видел, многих клубов, да, и люди абсолютно некоторые по-разному относятся и к школе, и к академии, хотя есть на это там средства там и так далее. Но все равно, вы правильно сказали, всех денег мы не заработаем. И именно такие вклады, вот как вот это, ну, вот где мы сейчас сидим, действительно просто топ. То есть, и ребята, которые сюда приедут с маленьких городов, то есть для них это будет просто открытие. И они, может быть, не станут действительно профессиональными футболистами, но здесь их смогут обучить именно жизни. Они смогут стать хорошими там, менеджерами, да, футбольными. Здесь они себя маленькими профессионалами точно почувствуют. Да, и благодаря вам, действительно, вам хочется просто пожать руку. Спасибо. И сказать, что, ну, это просто круто. И такие, как вы, я думаю, действительно смогут менять у нас наше развитие. Спасибо большое. Спасибо и вам, потому что вы тот, который действительно это покажет изнутри. Это тоже важно. Потому что, вот знаете, вы говорили, а вот Михаил Михайлович знает, и родители приходят, смотрят на всю эту красоту, этот профессионализм и говорят, слушайте, не понимаю, где вот нас начнут сейчас... обелечивать, где нас начнут это, то есть, ну, не может быть это все как в сказке. Действительно, мы старались создать... Неужели все это бесплатно? Ну, да, и самое главное... А когда, где платить, там, да, 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 вход там есть, или как? Вот. Я понял, да. То есть, сегодня мы хотим набрать лучших, показать, и когда мы еще раз начинали, да, то есть Виталий Леонтьевич, да, я вот неоднократно им говорю, потому что мы много говорили, он, понятно, тогда президент просил каждое министерство приехать и сделать что-то значимое в Крыму. И вот он говорил, слушай, ну, до 18-го навряд ли успеем, ну, вот, конечно, было бы идеально что-то сделать, и чтобы мальчик попал на чемпионат мира крымский. Mm-hmm. Мы потом поняли, что политически это невозможно, что вот эти гайки все закручиваются, но проект не остановился, да, и мы сейчас видим, что действительно
мы смогли выстоять, потому что скептицизма было очень много и от команд. Мы сегодня видим, да, что после Анжи и Сокола, да, то есть запретили вообще всем ездить, да, то есть там банально. Да, да. Если есть регламент, значит турнир официальный. Ну, не буду коллег из УЕФА спорить, скажем так, mm-hmm. да, то есть так решили, мы приняли, извинились и нет, mm-hmm. но здесь точно развитие футбола, то, за что и УЕФА, и ФИФА, первый ихний тезис, это футбол как проявление жизни, вот как раз мы здесь делаем для ребят, чтобы футбол был частью жизни. Спасибо, что вы донесете это побольше, потому что мы все равно верим, что мы войдем в большую футбольную семью, и здесь будут отбирать. Сейчас действительно мы больше упор делаем по территориальному признаку, потому что, к сожалению, наши дети не могут нормально выехать за границу, поучаствовать. То есть, но это факт, где мы не смогли вывести лучших своих деток в Португалию на турнир, который нас, спортсменов, пригласили. Да, я помню, кстати. А МИД да. Португалии отказал. Я помню, понимаете? Да. Ну как? Как этим маленьким футболистам объяснить, что какой-то дядя в белой рубашке не будет, он не знает, что такое дипломат. Угу. Ему запретил поехать и поиграть с Академией Ювентуса, то, что называли, то есть топовыми все, где были и нас ждали. Вот. Вот это наша задача, вот пробить эту брешь, получается, я не скрою, но пока не буду забегать вперед, и думаю, что наши крымские детки через 2 плюс-минус года будут точно участвовать, ну а там зависит от Михаила Михайловича и от нашей футбольной уже семьи, как мы их подготовим, как... Они как построим процесс весь. Процесс и будут представлять. Еще раз спасибо. Круто. Будем круто. Рады вас спасибо. Видеть еще спасибо. Через какое-то спасибо. Время. Спасибо. Михаил Михайлович, расскажите, пожалуйста, основную такую философию Академии. Вы здесь человек, который знает весь детский юношеский футбол вообще в Крыму от и до. Расскажите основную вот философию новой Академии Крым. Смотрите, давайте я расскажу сначала вообще, как структура здесь вообще строилась, эта вся. Mm-hmm. Вот, возьмем даже за основу наш город Евпатория, да, это 100 тысяч населения. 100 тысяч населения. Юрий Александрович, когда я с ним познакомился, я познакомился на стадии строительства первых двух полей. Mm-hmm. Это первое искусственное поле строилось. И были засеяны два натуральных поля, да. Вот. На протяжении, я когда приехал сюда в Евпаторию, закончил с футболом, работал начальником команды в первой лиге Украины. Вот. Потом приехал сюда и решил попробовать создать секцию футбола. Mm-hmm. У меня получилось собрать 150 детей одаренных, ну, более или менее здесь, которые были в Сакском районе, в Евпатории. Вот. Создал эту секцию футбола, ну и начали заниматься. Параллельно строился комплекс. Отстроилось 4 поля, отстроилось 3 площадки 45 на 25. Здесь в целом спорткомплекс «Арена Крым» вообще 7,4 гектара земли. Mm-hmm. Вот на ней отстроено по итогу 4 стандартных поля, 2 искусственных стандартных и 2 с натуральных покрытием. 3 площадки 45 на 25 для мини-футбола и многофункциональная резиновая площадка. Mm-hmm. Вот. И последним этапом здесь отстроился вот этот замечательный комплекс, здание, такое, где здесь находится и спа-центр, и тренажерный зал, и зал фитнеса, зал реабилитации, 3 зала, скажем так, для общения, учебный класс для детей. Вот. И в процессе всего секция по итогу переросла в городе в школу футбола дополнительного образования, которая по итогу набрала 400 детей. 400 детей, ну и начала свое полноценное функционирование, начала принимать участие в детско-юношеской футбольной лиге Крыма. Вот. Ну и потихоньку начала набирать обороты. В итоге, проработав 5 лет, сейчас цель и задача нашего Юрия Александровича дошла до того, что, кстати, благодаря правительству Российской Федерации большая благодарность для того, что выделена субсидия, вот, которая сейчас направлена на Академию футбола Крыма. Это в детском плане это максимальное достижение для республики. И вот эти дети, то, что сформировалось здесь, в Евпатории, то, что сформировалось в других городах, там школа Таврии, школа Севастополя, хорошая школа в Керчи,
И много таких школ по республике, очень много действительно одаренных детей. И вот сейчас настал тот этап, когда сформирована вся база, вся инфраструктура, в которой можно полноценно открывать высшее футбольное мастерство в детско-юношеском футболе. Вот. Поэтому в этом году, когда была выделена субсидия федеральная, региональная, поставлена задача отобрать самых одаренных детей в области футбола в республике. Вот. Ну и прошли вот этапы. Сейчас прошли первый этап, который подразделялся на три подуровня. Это спортивный, который в себя включал, значит, это силово-скоростные качества. Mm-hmm. Также это было техническое оснащение футболиста. Ну и игровой. Вот. Игровой, ну, это в основном игровое мышление туда mm-hmm. включает в себя. Вот. В первом этапе, значит, у нас более 600 детей посетило отбор, mm-hmm. первый этап. Вот. Набрали мы квалифицированный штат. Тренеров, это, во-первых, в прошлом футболисты довольно-таки высокого уровня, ну и, конечно, не все имеют сейчас лицензию, это все опытные сейчас тренера, которые уже поработали с детьми. Я считаю, что на этом этапе мы отобрали очень опытных специалистов, скажу так, старших тренеров, помощников. У нас, во-первых, в спортивном отделе, так как во всех топ-клубах, директор спортивный, который отвечает за развитие, за спортивную программу. Главный тренер за внедрение этой программы. 6 тренеров старших возрастов, 6 помощников, 3 тренера по вратарям, включая старшего тренера. Это тренер по технике, их 2. Тренер по реабилитации, физподготовке и фитнес-инструктора. Вот. Пройдя сейчас первый этап, мы отобрали 35, на первом этапе 35 одаренных детей, которые перешли на второй этап. На втором этапе у нас было психологическое тестирование. 35 получается, ну, по каждому возрасту, правильно? Да, 35 одаренных, которые перешли на второй этап тестирования, вот психологического mm-hmm. тестирования. Сегодня оно закончилось. С понедельника по субботу проводились по каждому возрасту, давали оценку их психологической устойчивости, mm-hmm. какой mm-hmm. мальчик вспыльчивый, спокойный. Вот это была направленность первая. Вторая направленность — это общение с родителями для выявления каких-то нюансов, потому что есть дети, которые постарше, которые с удовольствием сразу заедут. Да. Малыши немножечко, как говорится, они немножко перепуганные. Да, вот, они... приехали, да. Мама, совершенно верно. Они первый раз увидели эту инфраструктуру, да, то, что их заберут на неделю. Ну, то есть это такое общение с родителями, с детьми. Опять же, мы обрисовали всю картину, как это будет проходить дальше, как это будет проходить поэтапно, что будет происходить с ними, какое, как они будут здесь кушать, как они будут проживать, какой будет график тренировочного процесса, как они будут здесь адаптироваться в целом. Потому что здесь у нас будут и воспитатели, которые будут за ними смотреть, и тренер — это лучший психолог, вы знаете, который всегда будет находиться рядом с ними. Ну, поэтому сейчас потихонечку выстраиваем отношения с родителями. Это второй этап. Третий этап, который будет у нас с июля месяца, мы планируем заехать, зачислить детей в академию. Ну, то есть они уже будут здесь жить, получается. И приступить к тренировочному процессу. Но, опять же, это не окончательный отбор. Третий этап будет в себя включать контрольные игры. Весь июль будет идти контрольные игры, где главные тренера и вообще спортивное дело определится окончательно с 25 теми детьми, которыми 10 августа окончательно будут зачислены в академию и приступят к полноценной работе. Эти вторые 10 детей, которые не попали в 25-ку, они будут у нас на карандаше, они будут постоянно с нами играть, по возможности будут проводить тренировочный процесс с нами, они будут постоянно находиться на карандаше. Привлекаться вообще. Да, привлекаться постоянно. Вот как бы в принципе, значит, а философия наша, я скажу так, что философия вообще нашей академии, она направлена на атакующий футбол, угу. она направлена на то, на воспитание игрока как футболиста, угу. хотя, но не в укор построению игры командной игры Академии. То есть наша философия футбола как командной. Но, опять же, приоритетная задача — это воспитать футболиста.
Это основная цель. То есть, получается, Михаил Михайлович, получается, задача, как бы, что футболист индивидуально рос. Не как команда, а, получается, как индивидуально. Можно даже сказать так, что футболист должен индивидуально расти при подаче даже командных действий. Ну, то есть, да. Будет и индивидуальная направленность, и при внутрикомандных действиях. То есть, конкретное направление командной игры пока не расскажу, секрет. Вот, потому что программа у нас сформирована. Расскажу немножко, кстати, о программе. Значит, мы взяли за основу программу РФС. Значит, а там блочная система немецкой направленности. И мы будем ее оснащать элементами европейского футбола. Опять же, с учетом тех деток, которых мы зачислим. Так как же говорю, приоритет сейчас дан. Юрий Александрович об этом говорил, и мы сейчас в Крыму все говорим, мы даем шанс крымским детям себя проявить максимально, почувствовать, что такое профессиональная академия, что такое профессиональный футбол, что такое отношение к профессионализму. Mm-hmm. Ну и как получится уже, конечно, выжать максимум. Дальше будем смотреть, наша задача на первый год сформировать академию, приступить к полноценной работе, как говорится, притереться всем службам. Угу. Вот, начать давать программу. Конечно же, будут, я понимаю, что будут какие-то ошибки. Ну, будем на ошибках учиться все вместе. Ну, я думаю, что максимально создан боеспособный коллектив опытный, который будет планомерно идти вместе со мной. Я создаю эту команду и верю, что мы одним большим кулаком пойдем, разжимая потихонечку, постигая все, скажем так, моменты футбола большого, материкового. Я надеюсь, что мы в большую футбольную семью как можно быстрее, но вольемся. Вот. Потому что как бы есть задачи, все равно как бы то ни было, задачи ставим перед собой. Я же говорю, формировать. Ну, а дальше, конечно, уже будем строить конкретно нашу философию по игре, по конкретно выстроиться моменты, как мы будем футболиста обучать, как, на каком этапе, как он будет проходить. Вот у нас еще секрет раскрою, что мы по своей спортивной программе пошли сейчас три этапа развития футболиста. Это юниорский футбол, юношеский и уже взрослый. То есть это детки 12-13 лет, 14-15 и 16-17. То есть три этапа в академии должны пройти. Это три разные микропрограммы. Под каждый возраст, выстраиваемся. Ну, как бы вот такое направление сейчас выработали, и будем по нему идти. У меня вопрос, Михаил Михайлович. Вот ребят набрали, да, вот в каждую возрастную. Как будет проходить процесс, допустим, если мальчик какой-то, ну, действительно пришел сильнее, там, допустим, того, кто есть в списке. Как этот будет проходить процесс? Будут ли ребят как-то тусовать, убирать кого-то, там потом новых как-то донабирать, как этот процесс? Смотрите, в ближайших планах, вот мы сейчас зачисляем детей, угу. У нас третий этап, который я сказал еще, контрольный, там, где будут проходить контрольные игры, где еще мы будем досматривать ребят, уточняться, старший тренер будет для себя делать какие-то отметки, и к 10 августа мы определимся с 25 и 10 ребят, которые перспективные, на карандаше, да. Значит, август у нас начинается специализированная подготовка. Это и физнагрузки, это спортотдел уже будет внедрять специальный график подготовки. Сентябрь мы надеемся, что мы проучаствуем в каких-то турнирах. Будем, конечно, изыскивать турниры топ-уровня для того, чтобы понять, на каком этаже мы находимся. Да. И в конце сентября, в начале октября у нас пройдет еще один день открытых дверей, где мы объявим те дети, которые... У нас селекционная служба есть. Старшие селекционные службы работают в этом направлении. У него есть перечень футболистов, которые имеют галочки, за которыми надо следить, которые по каким-то причинам не доехали или не попали в 35, или еще есть нюансы, которые там среди с родителями и прочими. Вот, вопросами. Но мы, опять же, пригласим, это объявим на сайте. Ну и, конечно же, опять просмотрим. То есть, если придет выявиться мальчик, который, допустим, возьмем какой-то из возрастов, приехал интересный мальчик, тот, который есть на данный момент, естественно, мы его, помимо того, что мы просмотровую контрольную игру его посмотрели, мы проведем такое же тестирование. Mm-hmm. Вот, ну и, соответственно, если он выявится сильнее, конечно, он будет зачислен.
это постоянная, скажем так, футбольная фабрика. Как везде, на самом деле. Да, как везде в топ-клубах. Мы стараемся не изменять другим клубам. То есть мы хотим на ту же планку встать, как и работают клубы топ-уровня. Вот. Придерживаться их работы и, естественно, сформировать уже свою собственную позицию. Ну и, конечно, идти по ней. Я думаю, что нам нужно 3-5 лет, и нас увидят на лидирующих позициях топ-академии России. Думаю, только работа сейчас, я же говорю, сформировать и правильно начать работать. Михаил Михайлович, действительно, мы сегодня прошлись, посмотрели территорию, да, где ребята будут жить, в каких номерах, какие конференц-залы. То есть также, я так понимаю, ребята будут учиться, да, то есть где-то рядом, получается, с академией. Как у них процесс обучения вообще будет проходить? Смотрите, значит, сейчас у нас есть договоренности, рядом построилась новая школа номер 17. Вот, она оборудована по последнему слову техники, там все есть. Вот, также предварительные договоренности, что у нас будет, как и везде, спецкласс. Uh-huh. Это 25 детишек одного возраста будут учиться все вместе. Uh-huh. Вот. Поэтому график тренировочного процесса и график учебного процесса будет между собой скомпонован. Uh-huh. Скомпонован. Возьмем там один из рабочих дней, например, там утром ребенок проснулся, с воспитателем пошел позавтракал. Дальше, если есть тренировка, он идет работает на тренировку. Если нет, он собирается в школу, в зависимости от графика тренировочного процесса, да. Автобусы подъезжают, детки садятся, проезжают, здесь у нас 500 метров, проезжают до школы, обучаются, обедают и включаются в график тренировочного процесса. То есть вечерняя тренировка, потом фитнес, тренажеры, работа на технику. Ну, все согласно уже тренировочного процесса, тренировочного графика. Вот такая процедура. На самом деле информация действительно очень интересная. У меня такой вопрос чисто вот возникший от себя. Вот есть такая проблема родителей, да, Михаил Михайлович, вы, наверное, знаете, то есть такие разные кухонные терапии, они домой приходят, начинают ребенку там говорить, что вот тренер плохой, там еще кто-то плохой, ну, родители, он там мало играет, и начинается у ребенка недопонимание вообще, да, то есть процесса. И мне вот хотелось бы узнать, в академии здесь как-то будет направление именно на работу вот с родителями? Вот вы сейчас назвали этапы, где есть общение с родителями, да? Ну, то есть... Да. И в будущем, допустим, мальчика взяли 9 года, ему 12 лет, и ему достаточно сложно, ну, может быть, сразу, да, влиться как бы и жить одному. То есть будет ли какая-то проходить работа именно с родителями? Потому что многие смотрят мой канал, родители, и кто-то, наверное, уже к вам попал. Как будет процесс проходить для родителей, кто ребята поменьше? Будет ли с ними какой-то... Ну, смотрите, сегодня я присутствовал на последнем этапе, mm-hmm. ну, как бы на втором этапе последнего возраста, 2009 года рождения. Mm-hmm. Вот, задавались родителями такие вопросы, но, опять же, мы будем равняться на другие топ-клубы. Mm-hmm. Значит, наша позиция, мы, конечно, гаджеты, то, что касается с гаджетами, да, значит, понятно, что будет определенное отведено время, когда он может там посидеть в гаджете. Договариваться, да? Да, договариваться. Так, ну, телефоны, конечно, тренировочный процесс, учеба, они будут очень сильно уставать, и... Конечно, гаджеты мы у них будем на ночь забирать, для того, чтобы ребенок мог восстановиться, отдохнуть. Вот. И будет определено, конечно, для них время, когда они могут созвониться, взять телефон mm-hmm. с воспитателем. Это контакт с воспитателем, когда он может взять телефон, mm-hmm. с родителями поговорить, рассказать, как прошел у него день. Mm-hmm. Дай бог, что рассказать о всем хорошем, не пожаловаться ни на что. Ну, опять же, коснусь родителей, интересует гигиена, родителей интересует питание. Я скажу, что у нас мы работаем по федеральному стандарту спортивной подготовки, который в себя включает спортивное питание. Там 4750 калорий. Это пятиразовое там питание. Если Михайлович перебью не будет, там, знаешь, пройдет выходные, такие раз... Нет, это сбалансированное питание. Это три полноценных завтрак, обед, ужин и два полдника. Вот. Также, конечно, это все будет регулировать воспитатели. Это как их вторая мама, которая будет постоянно находиться с ними рядом. Ну и, конечно же, тренер. Старший тренер — это, скажем так, папа, пока они здесь находятся. Их основной психолог, хотя психолог у нас тоже будет. Ну, я надеюсь, что наши дети попадут в такую домашнюю атмосферу, что они не будут не нуждаться, и они будут с радостью сюда уходить.
Вот, и на день-два будет ездить к родителям, чтобы так, знаете, к бабушке там где-то перевести дух, ну и быстрее вернуться к нам. Это то, что касается питания, то, что касается взаимодействия между воспитателем, родителем и академией, весь этот процесс. Что касается гигиены, вся экипировка, парадная, выходная, дети будут одеты с ног до головы, скажем так, то есть у них будет абсолютно все, и здесь, конечно, они будут находиться только в экипировочной одежде. Процесс сам такой также простой. У них, во-первых, будет у каждого своя раздевалка, где он спокойно приходит в парадной форме, у него свой ящичек, он переоделся, одел тренировочную форму, пошел, потренировался, пришел, помылся, переодел, одел свою экипировочную форму парадную, скинул в урну. Приехала воспитательница, да, она увезла все, она постирала, администратор за этим проследил. Ребенок приходит в раздевалку, у него уже все лежит. Постиранное, поглаженное, сухое. В принципе, как у профессионалов. Все как у профессионалов. Также даже скажу такая мелочь, как сушилка для бутс. Они оставили свои бутсы, положили специальный электросушилка. Ну, чтобы они чувствовали себя максимально комфортно и были профессионалами. То есть это то время, когда я тоже заканчивал... Я заканчивал Шортаврия, Симферополь, когда у нас были гаревые поля, когда ты приходил весь грязный, мокрый, играли на щебени. То есть я же говорю, сейчас созданы все условия, когда дети могут просто радоваться, получать удовольствие. Ну там вряд ли, да, там администратор пришел такой, Михаил Михайлович, сейчас мы все постираем, чик-чик-чик, все повесили. Там идешь грязный, спокойненький, сам все стираешь, наверное, там, наверное, так все проходило. Да, я же говорю, сейчас детям об этом думать не надо. Сейчас детям нужно акцентировать свое внимание на футбол. Они должны здесь думать только о футболе. Вот. Ну и, конечно, развиваться. Естественно, конечно, психологически аккуратно к этому надо подходить. Для того, чтобы полноценный ребенок рос футболистом. Ну, помогать ему в этом, конечно, во всех процессах. В тренировочном процессе это понятно. Ну и все остальные околофутбольные моменты должны его не напрягать, скажем так, своими словами, да, а помогать ему развиваться. Михаил Михайлович, на самом деле, у меня есть сравнение. Я тоже заканчивал одну из футбольных академий московских вообще. То есть я уехал тогда в 15, там 2 года, получается, прожил. Есть с чем сравнивать. Самое, да, такое, наверное, что я сейчас для себя заметил, это вот ваше тестирование, то есть, ну, которое проходит и с родителями, и вот ребята пишут, да, то есть, где я проходил, то есть не буду говорить где, то есть там этого не было. Мы приехали, также были дети, нас отобрали по группам 2-3 месяца, то есть и нас зачислили. То есть, ну вот это для меня новое, то есть и я думаю, что это, наверное, очень важно именно психологически. У меня вот вопрос сразу нарисовался. То есть если ребенок на втором этапе, допустим, пишет, и специалисты понимают, что он там, допустим, агрессивный, либо он там не хочет, особо его там заставляют заниматься, что в этом случае делать, но он топ, он реально показывает, что он на поле может что делать. Ну, смотрите, есть такой момент, мы обсуждали вообще это. Это как бы немаловажно, потому что сейчас детки воспитываются в разных семьях, по-разному идет воспитание. Вот. Но мы, в принципе, когда сюда приходит ребенок, мы делаем акцент на его игру в футбол. Да? Угу. Хотя вот обучение — это очень немаловажно. Мы будем запрашивать аттестаты, будем смотреть, как ребенок на протяжении того года учился, какие у него отметки. Вот. Также, естественно, мы общаемся с родителями, понимая, что у них за ребенок, как он воспитывался. Потому что разные семьи есть, где-то одна мама, где-то один папа. Мы это все прекрасно понимаем, учитываем. Конечно же, мы будем набирать по футбольным меркам всех детей. Дальше будем с ними притираться, будем с ними находить взаимопонимание. Будем их слушать, слышать. Также будет, если необходимо, психолог у нас будет. Вот, для того, чтобы понять, насколько мальчик там спокойный или там агрессивный. Ну, естественно, будем методами убеждения, методами работы, сглаживания, будем изыскивать возможности, чтобы этого мальчика максимально оставить. Ну, опять же, если мальчик не сможет адаптироваться сам по своей воле, конечно, и будет: «Мама, забери меня», я не могу справиться. Мама будет настаивать на том, что... Ну, к сожалению, мы там на каком-то этапе, мы препятствовать этому не будем. Ну, конечно, всегда будем ждать. Может быть, у ребенка возрастное, может, ребенок перерастет, знаете. Да, вот. И, конечно же, мы его будем держать на карандаше, конечно, и будем ждать, что он вернется. Есть, и будут. Я, конечно, не хотел бы, чтобы такие моменты были, но к ним готов. И вся наша команда академии к этому готова, потому что детки придут разные. Это процесс, это трудоемкий процесс. Ну, будем работать, будем вникать. Я думаю, будем находить выход из этой ситуации.
Михаил Михайлович, у меня такой заключительный итоговый вопрос. Директор, да, Академии, ну, то есть этот человек, действительно, от которого вообще не то, что много зависит, от которого практически зависит в процессе, да и вообще, то есть человек, который будет знать, я уверен, будете каждого знать, там, по фамилии, там, по имени, то есть вы, ну, человек, на которого действительно здесь, ну, вы будете как, наверное, как фундамент, да, именно строение семьи, строение Академии, все коллеги, то есть вы будете, я уверен, и собрания проводить, и с детьми, и общаться, то есть вы для всех здесь будете по факту пример, то есть, ну, вот это так везде, и на вас будут равняться. У меня вот вопрос, вот во время процесса, то есть, как вы будете участвовать, то есть вы будете ходить на занятия, смотреть, потому что есть одна методика, я так понимаю, для одного возраста, для другого, для третьего, как вы будете участвовать именно в процессе именно обучения, будете ли вы там какие-то замечания? Нет, не секрет, расскажу структуру нашей академии, это, в принципе, вы подводите к этому, я... В принципе, это не секрет. Структура строится руководитель академии. У меня есть 5 отделов. Это спортивный отдел. В первую очередь скажу, это замдиректор по стратегическому развитию Александр Дмитриевич. Значит, также у меня есть 5 отделов. Это спортивный отдел, это отдел информации и IT. Так как мы идем современными технологиями, здесь немножечко поподробнее остановлюсь. Почему? Мы планируем, здесь у нас учебный класс будет, он не только для детей, которые будут, в зависимости от жизненной ситуации, онлайн проводить обучение или ходить в школу, но также здесь будут проходить теоретические занятия и тренеров, и мы подгоняем базу, программную базу спортивного отдела таким образом, что аналитики информационного отдела будут обрабатывать эти циклы. Эти циклы будут разделяться, вот месячный цикл делится на микроциклы, и цикл недельный будет разделяться на каждую тренировку. Все это будет обрабатываться в компьютерном формате и выдаваться в базу тренеров. Тренер пришел, нажал кнопочку, у него выехал лист, скажем так, с сегодняшними упражнениями, он его берет, садится, получает теоретическое занятие, вводные от главного тренера, который делает, отвечает за внедрение, да, и за процесс. И после этого идет, это все переводит в работу уже на поле. Вот. Это вот отдел IT будет этим заниматься, плюс отсъем игр, плюс все наши сайты. То есть это большая работа, это большой отдел. Дальше отдел учебно воспитательной работы, там, где у нас будет человек отвечать за воспитателей, за хозяйственную часть работы, скажем так, за уют наших детей, за чистоту, за порядок, за организацию. Наш третий отдел, финансовый отдел самый главный, и отдел административно-хозяйственной работы. Там у нас администрация, это люди, которые будут вместе с главными старшими тренерами жить на полях, это инвентарь, это экипировка, это чтобы у нас был достойный уровень во всех отношениях, чтобы администратор, знаете, что такое администратор команды, он всегда рядом. Вот, чтобы был порядок, чтобы был высокий уровень у футболистов, чтобы они всегда чувствовали, что у них все в порядке. И, конечно же, это наш гаражный отдел, он входит в отдел административно-хозяйственной части. Вот 5 отделов, которые функционируют в академии. Мой заместитель, он будет отвечать за наше сердце, потому что спортивный отдел — это сердце. Как оно будет работать, как мы будем дышать, как мы будем развиваться — это основное. Он будет отвечать за этот отдел, большой отдел, интересный отдел. Я буду закрывать вопросы, все вопросы жизнеобеспечения. Я не могу, конечно, закрыть все вопросы. Конечно, все текущие вопросы у нас обсуждаются на совещании, но для того, чтобы функционировала Академия, чтобы все наши органы жизнеобеспечения работали хорошо, за это буду отвечать я. Вот. Ну и, конечно, возлагаю ответственность. Ну и, конечно, тоже по возможности буду контролировать процесс спортивного отдела. Вот. Но в целом структура будет развиваться вот так и работать таким образом. Михаил Михайлович, на самом деле информация, ну, которую сегодня мы получили, очень интересная. Я лично от себя, от своего канала «Толя о футболе» хочу вам просто пожелать действительно такой футбольного такого, ну не то что богатства, а именно энергии, да, то есть мы знаем, что футбол, да, и команда — это действительно семья, то есть если все будут думать об одном и двигаться в одном направлении, так же, как футбольная академия, я думаю, что оно действительно будет очень... много всего интересного, и, соответственно, самое главное, что ребята смогут обучаться здесь. Я вам хочу пожелать, самое главное, здоровья,
Спасибо. Мне было с вами действительно сегодня интересно общаться. Мы посетили замечательное место, и мне хватило... Приезжайте к нам, мы сейчас запустимся, начнется процесс всего, все отделы зафункционируют в полном объеме, самое главное, сердце задышит, зафункционирует спортивный отдел, приезжайте, посмотрите, как это будет вживую, мы открыты для всех, и я хочу всем сказать, что сейчас мы предоставили шанс крымским детям, но, естественно, конечно, надеюсь, что в скором времени мы поведем большую футбольную семью, и президент Крымского футбольного союза Юрий Александрович Витоха вот об этом говорил. Конечно, всем большое спасибо, что все интересуются. Как бы всем не безразличный крымский футбол. Ну, я скажу в целом, что мы будем стараться как можно быстрее влиться в футбольную семью России. И ждем всех у нас здесь, в Крыму. Мы проводили два этапа отбора наших юных футболистов. Разослали сначала предложение рекомендовать своих лучших воспитанников 29 региональных школ, которые работают в Крыму, где дети занимаются футболом, частные клубы. Также разместили информацию о том, что будет проводиться набор во всех средствах массовой информации. У нас на сайте можно было заполнить определенную форму, получить приглашение и себя зарекомендовать. Сделали все так, чтобы каждый ребенок получил максимально равные шансы для попадания в Академию футбола Крыма. Весь отбор был абсолютно обезличенный. Приемная комиссия присваивала номера нашим абитуриентам. И тренерский коллектив, наша приемная комиссия, оценивала их исключительно потому, что они показывали на поле, выставляя баллы, потом мы все это соединяли. И уже в самом конце выяснялось, кто из каких футболистов, откуда они приехали, кто под каким номером выступал. Таким образом, вот мы это брали из практически 600 человек, тех 200, которые дальше сражаются за то, чтобы стать нашими воспитанниками. Мы попытались в три этапа выстроить отбор в Академию футбола Крыма. Сделали это для того, чтобы минимизировать какие-то ошибки, чтобы каждый из детей мог продемонстрировать все свои данные и возможности. Первый этап, он был медицинский. Понятное дело, нужно было предоставить документацию, подтверждающую, что по состоянию здоровья ребенок может заниматься футболом и получать такие нагрузки, которые предусматривает работа в Академии. Далее это спортивный этап, где, согласно федеральному стандарту, все желающие поступить в Академию проходили тестирование. Но понятно, что мы готовим не легкоатлетов, а футболистов, поэтому самый основной игровой этап на первом, опять же, этапе отбора – это были чисто игровые упражнения, задания, где приемная комиссия и оценивала. Далее сейчас проходил второй этап, это уже более морально-психологический, мы так его называем. Мы побеседовали с родителями футболистов, наконец-таки познакомились с ними в глаза, потому что, еще раз повторю, первый этап был абсолютно обезличенный. Мы провели психологическое тестирование футболистов, чтобы определиться, что они за личности, что они себя представляют. Ну, а, скорее всего, задача этого этапа была собрать информацию о наших футболистах, чтобы потом, когда они переедут из дома уже в академию, воспитателям тренерского состава было проще помочь им адаптироваться, потому что в любом случае дети, там, 11-летние, будут испытывать стресс, первый раз оказавшись на длительное время вне дома. Ну и третий этап, он будет уже проходить на протяжении практически всего июля месяца. Уже ребята заедут непосредственно на спортивный комплекс «Арена Крым», где будет располагаться наша академия. Там тренера будут иметь возможность посмотреть, что они себя представляют на долгой дистанции, как они себя ведут в быту. Ну и задача из тех личностей, которые себя зарекомендовали на первых двух этапах, сделать уже команду. Ну, как показывает практика, самое сложное в футболе у нас – это перейти из детского футбола во взрослый. В 17 лет, когда ребята заканчивают академию, наверное, не каждый из них готов сделать тот самый заветный шаг из детского футбола в профессиональный. Поэтому мы это все понимаем, и, как нам кажется, 5 лет назад, когда мы вообще начали в Евпатории выстраивать всю структуру, которая сейчас на полную мощность работает, мы об этом думали. А что касается академии, то у ребенка, который ее закончит в 11 лет, будет, по нашему мнению, как минимум 4 варианта продолжения развития своей футбольной карьеры. Первый – это лучшие из них, наверное, попадут на карандаш к селекционерам хороших профессиональных клубов и будут готовы перейти на новый для себя уровень. Вторая из возможностей – это продолжить футбольное образование в нашей команде U19, потому что в 17 лет чаще всего ребенку нужно еще чуть-чуть времени, чтобы обрасти мясом, так сказать, мышцами, набрать уверенности в себе и уже потом сделать этот самый сложный шанс. Но также у нас функционирует футбольный клуб «Евпатория», который играет в чемпионате Крымской премьер-лиги. Здесь тоже довольно-таки неплохой уровень, и ребята смогут попробовать себя
на этом уровне. Ну и кроме того, у нас отличные отношения с Крымским федеральным университетом. На базе нашей команды выступает сборная КФУ в чемпионате Национальной студенческой футбольной лиги. Те из ребят, которые захотят больше внимания уделять именно образованию, но тем не менее не расставаться с футболом, также будут иметь возможность в дальнейшем заниматься видом спорта номер один. Спустя 6 лет после плодотворной работы команды единомышленников из Крымского футбольного союза и всех заинтересованных лиц, наконец-то Крым признан субъектом футбольной жизни Российской Федерации. Так случилось, что это совпадает с началом работы Академии, поэтому у нас будет все для того, чтобы начать выстраивать свои взаимоотношения с субъектами другими футбольной жизни России, с такими топ-академиями, как Краснодар, Зенит, Спартак и прочее, на равных условиях и на уважительных друг к другу. Мы понимаем, что мы для них очень маленькие и пока незаметные. Но поверьте, мы очень амбициозный проект, и имея такие возможности, которые Крым по погодным условиям, по инфраструктурным сейчас имеет в своем наличии, при должном отношении к делу, мы за 3 года попытаемся пройти очень большой путь и проделать большую работу для того, чтобы из терра инкогнито, непонятной для футбольной общественности земли, превратиться действительно в одну из маленьких столиц футбольной России. Я считаю, у нас для этого есть абсолютно все. Ну а что касается, еще раз повторюсь, выстраивания отношений, мы хотим, чтобы с нами считались. Я прекрасно понимаю, что в Крыму очень много талантливой футбольной молодежи, и как только мы выйдем за пределы Крыма на какие-то серьезные турниры, я уверен, что и академии, и агенты, и прочие скауты обратят внимание на нашу молодежь. Но, тем не менее, мы, подписывая договора о спортивной подготовке с родителями, с воспитанниками, будем все это предусматривать и не позволим, скажем так, воровать наших футболистов, а будем сами за руку отводить их в хорошие клубы, но при этом, чтобы уважительно к нам относились, к нашей работе. Всем зрителям канала «Толя о футболе» хочу пожелать, во-первых, большое внимание уделять детскому футболу, потому что это очень благодатная тема. Именно из детского футбола рождаются все юные футболисты. А чем больше мы будем освещать, чем больше мы будем придавать огласке те вопросы и те достижения, которые есть в детском футболе, тем будет лучше абсолютно для всех. Поэтому это классная идея. Я призываю вас поддерживать и всячески помогать развитию этого канала. Сегодня нам душевно удалось пообщаться с руководителем футбольной академии «Крым». Мы сняли процессы, которые функционируют в академии, но, к сожалению, по техническим причинам получилось снять не все. Но вы не расстраивайтесь, скоро мы сюда вернемся.